Мастер там не пойдет или что? А я не знаю. Не достаю слишком далеко. Шейпер должен еще зайти. Три шамана пойдем. Ну и похуй. Я в 4 ярдру убивал. Ну, 4 ярдру это. Не три шамана все равно. Здесь. Тут любой сетап, по сути. Ну, кроме двух ДЦ. Ну, кроме пяти ДЦ. Ну. Три хэприста нормально. Я командира, да, забираю? Ну, забирай, забирай. Давай, тогда, ладно. Как Миша лёг? Где Миша? Ожог. Ну, эти челики 3 стака накопили. Урон на 75% увеличен. Ваншот с ожога. Дайте мне встать, суки, нормально. Вот так хотя. Ай-яй. О, как я люблю паладинов. Это бред. Просто я не знаю, только Т5 поможет агро удержать. По 5 стаков. Не, ну на пул, да. Бесспорно. Через дерево. Я так понимаю, Маликет больше не ходит, да? Ну, он на Эчпачмок. Эчпачмок. На Шаму зашел. А, понял. До этого был он Локом, которым вышел. Не довели или как-то, я не помню. Назад куда-то пропал. Или он тоже на каком-то твинке? Вот надо его подписать. Ей чпоч, мать, хз кто. Это точно Маликет? Да, да. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Как они хотят всех своих твинков одеть, это просто. Я всегда задаю себе вопрос, нахуя я этого паладина создал? И все твинков. Ну, ты хотел паладина, в смысле, у тебя одетый маг. Ты захотел за другого персонажа поиграть, ты играешь, забираешь.
Да нет, здесь разговор не шмот. Тут вопрос другой задать можно. Что ты делаешь у нас одетым фуловым персом? Вот это вот непонятно. Я не знаю, как у тебя терпения хватает, когда умираешь, что-то такое. Вся соль в твинках. Так. Если бы у тебя не было твинка, ты бы уже давно не играл. Не, я бы играл. Только не здесь. Да, вся соль в твинках. На офи бы я бы играл. На офи бы я играл. Да нет, это дело не за твинками, просто... Ну... Честно, давно бы уже нахуй ушел. Но... На офи делать пока нечего. В Lost Ark играть не хочу, эту ебучую Mail.ru игру. А больше ничего и нет. Руни 2 видел? Да, видел. Гонял как в бетку. Так. Я включил там, блять, создал себе, блять, Войда нахуй. Очередного, да? Ну, такой с бородой, блять, с усами, блять. Минут 40 погонял там, с кувалды порасхерачил, там, блядь, деревья валил, там, камни, блядь. Да там еще звание есть, властитель мира, и по-любому. Там типы какие-то, нихуя, вылезли, их давай мутузить. С кулаков нормально так заходило. Потом такой, нихуя, древесину насобирал, там домик такой стоит, я тыкаю на него буквой Е, такой, тык-тык. Он, короче, блядь, хуяк строится, такой. Заебись. Ты никогда не играл, что ли, в такой жанр игры? Нет. А, ну тогда да, тогда ты вообще там всему будешь удивляться. Вообще угарная хуйня. Ну, тематика еще вот эти викинги, блядь. Интересно. Да. God of War напоминает, он же, сука, только на PS-ке, блядь. Да, не портировали его. Ну, есть похожие клоны, нет. Но все равно не то. Да, конечно, не то, блядь. Я смотрел прохождение там, блядь, пиздец. Хочется на ПК его, конечно. Я, прикинь, включил видос, ну такой хули, наивный, блять. Включил видос на ютубе, как поиграть это God of War, короче, на ПК. И там челик такой сидит в халате что-то и с серьезным ебалом, короче, объясняет. Нужно, короче, мутузил, мутузил, сидел, две минуты какую-то хуйню нес, короче. Блять, говорит, нужно пойти в магазин, говорит, первый шаг. И произнести, и там увидеть консультанта, короче, и это должен быть мужчина обязательно, потому что только мужчины, типа, знают, там, секретный код, нахуй. Ну и, короче, такой говорит, нужно произнести секретный пароль, блядь, и такой хуйню какую-то говорит, ему что-то там пиздец. Ебать. Я просто в итоге показываю там видос такой вырезанный, квадратик такой, типа, берешь эту PS-ку, берете вашу PS-ку, блядь, и ставите на ПК, блядь, сука, и играете. Блин. Симулятор, что ли, блядь? Ну. Не, это порнуха, я пробовал. Совсем не. Не, в смысле, саму PS-ку, приставку берет на комп, на системник ставит такой сверху. Понял. Я трофл, короче, заехал такой. А я сидел, втыкал так. Ну я понял уже там, когда он хуйню начал про магазин, про пароль, вот это думаю, ну это точно наебало. Да, 200%. Да блин, я на самом деле жду эту Diablo 4. Блядь, мне... Думаешь, толковая будет? Да, да, намного толковее, нежели чем это с ебанутым там прогоном. Третья, блядь, такое он... говно. Да, да, там она... Вот второе Diablo, вот это круто. Ну, второе Diablo для меня было крутое из-за того, что я играл еще по локальной сети с друзьями, блядь, ночами нахуярил. Там заебись было. Когда с кем-то играешь, вообще охуенно. Ну да, да, все игры сейчас под это и заточены, так что не приходится даже выбирать, ты один там соляну проходишь. Ну там мало осталось синглплееров. Там это даже в каждой синглплеерной игре есть возможность мультиплеера, так что сейчас с этим попродумываемся. Ты раньше там, блядь, какой-нибудь готику третью хуяришь, как долбоёб один там по огромному этому миру. Я, короче, вот этот джедаев этих ждал, блядь, в итоге прохождение посмотрел там серии 5.
И что-то, блядь, ну не впечатляет, ну реально, блядь. И потом какой-то обзор включил, ну так, думаю, хули. Ну и там давай обсирать эту игру. Ну, какой-то там полезный бес или кто-то. Идем в тот канал. Ну, шейпера ж нет. Шейпер, давай еще доберем. Три эрша. А, понял. Есть рыба, ставьте. Или что? Ну, с одного еще нет. Есть? Куда шейпер делся? А, он уже. Шейпер, ты же наш похилишь, да? Шляпа полная, сюжет говно. У джедаев этих, блядь. Мечи, блядь. Ну вообще никакого разнообразия. Говнище, короче. Я ожидал большего от игры. Ну просто, я не знаю. Ну... Блядь. Если там нет Джабба Хатта, то это все вообще игра на смарку. Там, блин, шлак какой-то. Типа после приказа 66 этого. Блин, ну не знаю, неужели ничто интересно? Желтый джаг, пожалуйста. Вот мне кажется, они тупые. Я тебя почти не расслышал. Какой-то джаг. Что там про жир? Что-то джаг и какой-то там. Желтый, бей. Не бей, короче. А, ладно, ладно, договорились. Так, а смысл? Подожди, а ты же танчишь. Танком. Не, он хил. Танчу? Он хил. Он совсем не верит, да? Не верит своим ушам. Не может быть. Микстурка под дальше чё? Слышь, мне кажется, было бы кайфовее, если бы они хотя бы про Йоду сделали эту игру. Вообще мелким таким прыгаешь типом. Джедайский. Пик дождешься. Техники сдаешь. Если не про Йоду бы выпустили бы игру, то больше бы в эту игру никто не играл, кроме этой части. Ее бы запомнили и все. Тут дурочки. Ну нам нужен еще один. Блин, разработчики такие тупые. Чего? ДД нам нужен еще один. ДД желательно. Желательно. РДД. Да. Смотри, Казум. Чулан. Потом кто еще там? ДДшник. Ну блин, Мурой, да, это печаль. Ну если что, один ДДшник, я выйду, буду бить им, апать крестов, да и все. Проблема-то. Че вы хотите? Вот 24 человека убьем, да и все. Так изи. Ну, я же говорю, я выйду в свет. Буду. Первой и второй пати помогать, тем более пристов апать. Это вообще шикарно. Давай, Смолиски, ты первую копию заберешь. Я заберу последнюю, микстурку вторую. А чё чулан получается? Их надо чё, тыкать мышкой эти скиллы? Да, да, каждый раз появляется, как медитация вот эта. Аннигиляция, когда кастуется у этого. Такая фигня, понял? Они перетаскиваются хоть? Нет, вроде не перетаскивают. А но они, он каждый раз говорит, исчезают. Вот даже макросом, бля, это вообще какой-то бред. Писываешь в макрос, типа, каст этого говна. Нажимаешь на макрос, пропадает нахуй с панели. Все. И так каждый раз. Снова выставляешь, снова прожимаешь, снова пропадает. И так по кругу. Блять, хуйня. Я хз, а если ты, короче, во время боя их перекинешь, они потом багаются, и их нельзя прожимать во время боя. Вообще, то есть. Я хз! Прикольно. Друга, зачем ты так сделал? Пойду форум шерстить потом за сову, я хуй знаю. Типа у нас вары на будет кричать. Ну, так ты даешь прото, я даю каску. Чё не так я сделал? Кулаки вары будут кричать, правильно? Да кулаки вообще не надо. Ну да. Ладно. На... Скажите. Два полоди. Напало.
Сегодня Хан Суров 26 500 на сурке выдал. Пусть на Келли нахуй 26 000 свои даст. Товарищ. А то в манекенах все гораздо. Ну я к слову, то что говорят, что ханты не дамажат в Т5. Нет, дамажат. Дайте рыбу, пожалуйста. Рыба сейчас поставлю. Чё вам поставил? Точка И. Давайте панно засунем. Ярости недостаточно. Он группу не принимает. У него может окна залагали. Есть у кого-то синяя полироль в рейде и зефирит. Ну или вообще камень на 54, прям сейчас. Ты пушку, да, проверил? Ну. Мне надо в эту вставить, блять, как оно, в огнестрельное, у меня 45. Тут-то я уже вставил. ГБ, по-моему, зеленый. Там нет. Да, ГБ нету даже. В смысле 500, нихуя себе, там, блядь, на Ауки за 300 его продают. Видишь, это тебе в Аук лететь в Агримар. Тут никуда не надо. Доставщик за дорогу там, да? Как мы делаем? Первая, вторая, кто какие? Сомалийский первую, правильно, я понимаю? Да, ты вторую, я третью. Ну, добро. Ты ведешь ее в крест. А я не в танке? Нет. Угу. А, ну ладно. Сегодня, да, так сомалийский танчик. Я даже сам охренел. Может, ты никуда не поедешь, сомалийский, будешь продолжать танчить? Я вам не верю. Я говорю. Все готовы? Давай, поехали. Старайся, Дима. Перед том боссом не стоим, стоим, милики, за боссом бьем. Давай, ты в крест будешь стараться вести, а я буду стараться в квадрат. Да. Над лагерем. Мелики, вас там слишком много, кто-нибудь один, вы бегите. РНЖ набрали между собой. Тут еще пока делать нечего, я тебе ссылку. Тридцать девять, это нормально. Я вот не в курсе Герка подавать. Забирай. Вау, неужели хуеплёты пофиксили стаки? Нет, это просто не подходит. Рейндж держит. Перед лицом мобов не стоит. Далин, можешь немножко к центру сместиться, он поведет по кругу, потому что... Ты не прав, пофиксили. Ну, значит, хорошо. Бое сильнее страдания. Нет, чулан, не бей. Бороться с темной стороной, а не примкнуть к ней.
Ага. Я смотрю, что... Отдай мне её. Какой паладин тенеканат называется? Кидьте мне, пожалуйста. Скажешь, там пожинку тебе дам. Да нет, нормально. Пожарище, отбеги, пожалуйста, эти сейчас по спине он тебе даст. Ну теперь страшно. Чё не бей, я спасал хила. Все, пошло на хила, я ударил два раза, что пошло на меня. Это все. А вышка это когда Сидиус говорит, ты можешь воскрешать людей, типа это, ну типа играть на хиле заставляешь, как челика. Ну это Энакин, он когда склонял-то. Давай сомалийский ты танчишь, мы кубрим. Защиту от огня поставил я. А Сидиус на самом деле не знал пути. Ну да. Вступление снимайте. Угу. Отлично. Ее знал его учитель, но он был убит им же. Сидиус, он как Волан-де-Морт. Джаджи Бинкс, блядь. Дарт. Нет, как раз как Волан-де-Морт этот и учитель вот этого Сидиуса был. Я там читал историю. Его там что-то убивали. Он там переселял свое тело в другое тело. Так Сидиус также. Его там три раза убивали, не четыре, блядь. А, да-да-да, он же там возле уклонов преслался, что-то тоже. Фельдшар, отойдите от фельдшара. Да, прожим. Нормально так во всех забегать, да? Выступление снимите, пожалуйста. Как вы думаете, в девятой части будет Сидиус? Надеюсь, уже девятой части не будет. Почему? Вот же должно быть. Уже? Да, скоро. Я просто слежу. Я просто уже на приеме. Сколько их можно снимать? Они уже, мне кажется, все высосали оттуда. Все, что можно. Ну там они постараются, наверное, в самом последнем. Дэниел Рэдклифф уже настолько старый, что какое ему играть. А Рэдклифф-то тут при чем? Вы про Гарри Поттера? Нет, про Звездный войн. Про Хэмилла. А, это? Там же баба эта. Сейчас даже снял какой-то. Так она уже померла же. Давай, Дим, ты на бусе будешь, а мы слева-справа. Молодая баба, хорошо. Антифер, на меня кастурку сразу кинь. Бычий голову. На микстурку, ага. Джизе, идёшь, не? Ну, пошли. 13 секунд на пула. Чё с тобой? Кого ждёшь? Да зачем на пул? Мне всё равно. Да давай, 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 похеру на него. Пассажиров? Стоит, курит. Пусть курит, стоит. Прислает второй антифер сразу после того, как страх у тебя спадет, кидай на микстурку. Хмурый, правее отойди.
Правее, это лево. Где весь рейд стоит, туда встань. Классная, ты следующая кидаешь после фера антиферную микстуру. Короче, турбо, начнешь собирать рейд, начнете чистить трэш. Я сейчас после реста сразу уйду. Я, может, на минут 20 задержусь. Если что, слепого можете убить без меня. Смотри, у нас Далин всего 2 часа будет играть, так что будем убивать проблематичных боссов сразу. Там, где нам хил нужен. Стаков набралось из тебя. Обратите их в пепел. Алён, я... я хилов сегодня не вижу на СС. Ой, ну зад родился. О. Родился. Я родился. Лунтик. Как малая знаком, я смотрю лунтики. Ой. Я гордился. Я напился. Я родился. Я обрыгался. Когда осквернение в центр вынесли. Царя нет. Пародировать никто не может. Я танчу свет, сомалийский танчит тьму. Сомалийский только ты начнешь танчить, чтобы агро не сорвали и чулан там свой дип исправили. Перед тем, когда будете уходить, и, ну, вернее, перед тем, как портал появится, я заберу у тебя босс. Да, я наберу там, не знаю, запасом заберешь до портала. Ладно, хорошо, давай тогда так. У нас Саджира до сих пор не проснулся, или проснулся? Саджира рядом с деревом стоит, грустит. Ну, за меня его, у нас есть замена. Не, он бегает, бегает, смотри. Что-то он не туда немножко только. Полторы минуты перекурить, сейчас я. Он говорит, я тренер. Саджира, тебе нормально там бежать? Сука. Обрыгался. Поезда приехала. Я убился. Сюда это. Подават юный. Он там походу зафакал и увидел на полу его. Побежал так. Давайте фулбаф. Пан, ты даешь, кстати, кресты и кулаки. Я больше не дам. Жадный что? Регов нет, а я тебе дам. Маленький, кстати, написал, что Т4 от бури пофиксили пан. Это... Наконец-то. Пофиксили этих пилеров. Ага, которые так не дамажат. Ладно, сейчас узнаем у пана. Ну что ждем? Микстурку. А, понял. Ставьте рыбу, да. Ну короче, по итогу как получается? Этот сатик, вот у меня на БДК убито ОКЗС на фул. Ладно, я кроме... поставлю. И все кроме меча получается. Кушайте. Там реально... Слева рыба стоит. Победный трай, прикинь, просто с комнаты выходим. Сука, и просто, блядь. Ебать.
Обдристался. Это пиздец, это походу надо вырезать, блять. Вот этот момент 5-секундный, нахуй. Вот как происходит вайп, ебать. Иди, сука, все живые. Все, блять. Просто ебаная лужа, блять. И в ней просто пидоры, блять, пробежали. Все. Сука. Они просто. Ну там человек 5 побежали в ту же сторону, куда и челик служит. Я тут. Давайте чекнем, как полностью убиваем, я уже. Выйдите кто-нибудь. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Фелшер. Все тут заходим. Разрушение. Тут, кстати, ты сказал, фишка первая, такая. Вторая наверху, да? Будут? Да, первая, вторая наверху. Нет, не сказал. Ты сказал сейчас. Первая, вторая, выходим потом свет, блин. А по хилам что там, кто где? По хилам бычьи головы и просто наверх выходите, остальные будете тьмом хилить. Стоим на месте, танк бежит. Ну и чё он бежит? Придурок. Левее все станьте, просто левее чуть-чуть. Нормально. Нормально. Забираю его. Ставь. После дыхания заберу. Питер. Перебежали. Перебегаем. Идите близко к фрейму, потому что Муры перед лицом не беги, дыхание через. Тебе повезло. К Муры. Заходите. Нет. Ну, хмурые рез не ждали, мы как зайдешь. Ой, прям сейчас ищи рез и дали. Вон он лежит, прям под порталом. Маны ему дай. Рез и хп, заходи в портал. На Далин не заходи. Далин, оставайся тут. Вот так пошло. Крутимся. Прости, ты остаешься в портале. Там, в том мире. Приготовься, сейчас будет эти фазы, турбо. Да? А круг на мне. Так, осторожно. Далин, отходи, на тебе метка. Выноси метку, Далин. Быстрее, дисплей. Чулан, подхиль, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Далин, все меры бьют. Ах, ты, может, в свет выйдешь? Метеор на танке, стоите на месте, я перебегаю. Да вот портал. Чуть-чуть про это правее можно встать, чтоб хвостом не бил из мили. Ну пожирание, выйди, блядь. Ну беги, ёпты, что ты делаешь? Ты дурачок, сука. Остерегайтесь теней.
Перебежали метеор. Далин, беги. Бычи, пожалуйста, их не только ход и меня и щиты кидай. Видишь, тяжело им кидать. Ну я исповедью в основном. Под хвост не надо, зря. А, перебегаем, бегите, бегите, перебегаем. Зачем? Мурый дал саку тебе. Ох, ебать, хмурый. Две нахуй! Обмазаться просто чешками. А, моя прелесть! На два уха просто. Какой же мусор! А это за фул будет, а? Я бы забрал за ноль. Да, за фул будет. Я не собираю. А это бред. Правило тупое просто. Это говно за фул, которое никто не носит. Никогда бы за фул не отдал. Я бы ее бесплатно отдавал. Мне даже, блядь, ее дали нахуй за, блядь, бесплатно. Думаешь, бесплатно отдавать? Я не знаю, блядь. Бесплатно это 10%, это дерьмо. Это никому почти не надо. За такие трени нужно не ГП, а ЕП давать. За то, что они упали? Ладно. За то, что ты ее забрал, ты еще ЕП сверху. Отдай перспективным танк. Да не надо. Я отдам, не надо мне кому. Кому ты хочешь? Кто хочет? Плюсуйте. Ну я 10% тогда отдаю.